Уля-ля, дорогие друзья, Protection, мы продолжаем проходить симуланку. В этот раз серия посвящена прохождению всяким мини-играм, ивентикам, т.д. Мы, короче, запись не включили, проебали много времени. Вот мы эту хуйню проходим с этим дебилом оборачиваться постоянно. Уже два раза проиграл. Но теперь, да, выиграем. Прошли, кстати, одну фигню, леталку, очень печалька. Но ничего страшного, мы сегодня собираем на Кирару. Ты чё, охренел, блин? Пёс саный. Вот ты где. Да уж, вот ты где. Я сейчас сказать за вот ты где, я просто бы по роже тебе заехал бы с удовольствием сзади, скотина. Ух. Мы идем, короче, выполнять новый ивентик. Такая подигра. Диалог считать не будем, его проскипаем. Здесь нужно ловить, короче, вот этих вот таких же подобных ребятишек с помощью шляпки. Шляпка похожа на шляпку Лизы. Летающая шляпа, Дэвид. Дэвид. По-моему, она похожа на шляпу их богини. Больше, чем на шляпу Лизы. Давай, я хочу сыграть. Конечно. Нет, я просто так здесь стою, как дурачок. Вот так. Поехали, начать. Да, да, мы все прекрасно знаем. Легкое мерцание. Притяните больше... Это как НЛО, короче. Она так забавно двигается. Если ты их будешь собирать вместе, это будет дороже стоить. Посередине. Эти, блин. Бляха, Мухукумба просрал. А чё он задел бочку? Ну, потому что ты был ближе к бочке, чем к... Ерунда какая-то. Эй, ты чё? Ну, такая ту-ту-ту-ту-ту. Нам нужно больше шков набрать, чтобы получить больше астромонет, чтобы получить Кирару. Какая же не очень четкая, точная херня. Забираю двоим. Этого забирай. Работник, работник. В смысле, как он скачал прям? Давай, давай, давай. Чуть-чуть не хватило, ну ладно. Так, испытание выполнено. 3000 очков, это получаем мы все награды. Да, ой, хорошо. А, прекрасно. Так. Так, в шоке. Абсолютно точно. Так, 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 так. Летние подарки. Так, а это у нас Дракин. А ты? Ты же не прошел. В смысле, прошел, все. Там же еще есть. Нет, они не активны. Потом. Конечно. Так, разработчики дали нам все пройти сразу. Пошли вы нафиг. Это странно. Так, он там наверху где-то, блин. Ну ладно. Ну ладно. Ну и ладно, ладно. Я сегодня вот там по испытанию на своем аккаунте набрал 20 тысяч очков. Бля, ты что? Так, с этим чувачком, чебуреком поговорим. Да, здорово, здорово. Алов. Алов, может. Ну, возможно. Алло, алло, пронто, пронто. Запись не включили, поэтому пропустили самый интересный бомбеж за счет этой загадки, где нужно повернулся, обернулся. Господи, боже мой, телефон заряжен? Нет. Мы уже не проверим. Ты посмотри лучше. Мы продолжаем, друзья. У нас вебка, короче, сдохла. Телефончик выключился. Сейчас все работает, конечно же, да. Ну, вот как так получилось, заметили слишком поздно. И то чисто потому, что гипотетически предположил я. Вот у нас есть такая штучка. Здесь у нас есть какие-то враги. Да, блин, все понимаю. Ой, я не нажал. Кто там враги? Крю. Паршиво. Ну, допустим, так. Стоп. Сойдет. Ладно.
а потом... Нет, я сделаю вот так. А здесь сделаю, наверное, вот так. Черт его знает. Давайте пробовать. Бабара. Бабару взял? Не помню. Не взял. Но здесь не взял точно. Там не взял. Rain outlines your fate. Let me weave you a rope. Ну, на основе я это просто разорвал их всех. Очень жестко разорвал. Ну да. Взял бутончики взрывай. Я взял максимальный уровень. Чтоб не церемонить, так сказать. Я набрал стенах на 26 штук, что очень дофига на самом деле для... Отключить тебе не поможет, чувак. О, но, сдох. Come a little closer. Let's spark things up a little. Ой, девочка, блин, да. Так, выключай очков. Неплохо. Нам нужно больше астромонет, поэтому нам нужно больше очков. Да умри ты, пожалуйста. Ну, она плотная, плотная. Это не очень мешает. Да. Все, больше нет. Ну, неплохо, только вот в втором зале там сложнее персить сам враги и да. Отряд слабее. Ты не брал. Это плохо. Сука, кабаны ебучие. Ее просто ударили, и она убежала. У нас нет деда, у нас нет... Во. Все. Отец! Это проблема. Это реально проблема. Урочник нужен же. Как же делаешь ты ломать? Убивай персонажами, либо... Нужна Барбара. Они просто бросят. О, блин, это самохилится. Не знаю, что это. У меня оружие хилит ее. Ты сейчас хотя бы одного убью? Как будто нет. Ну, 2000. Блин, нужно все максимальное количество очков. Видишь журавлика? Где? На карте. Журавлика уже видел? Нет. Там сундук, кстати, был. И вон сундук. Ага. Куча сундуков. Так. А, спасти надо вас.
Вот такие сюрпризы. Ну, обычный сундук, конечно. С другой стороны, что за такое может давать? Так, что у тебя здесь, ребятки? А, понял. Мне нравится. Угу. Просто посидеть. Так, поднимись на вершину и на звон колокола. Колокола. Давайте это сделаем, немножко разгрузим, а то мне эта битва прям выбесила страшно. Лезь, давай, лезь. Сянлин. Это колокольня? Сейчас увидишь. Давай. Что ты делаешь? Сказали же до верха долезть. Блин, я думал, я перелез, а оказывается, я не долез. Черт подери. Только приятный звук. Нужно в какой-то последовательности их, да? Ну да. Понятно. Там же 1, 2, 3. Это да, но... Зачем? Сразу не поймешь. А если не в последовательности, они что? Я проиграю. Обновляются, да? Да, здание провалено будет. Потрясающе. Это, кстати, таких еще 3 есть. Mm. Записки. Так, мы идем сюда же, да? Там что-то светится. Пердеж там был. А, сейчас пердеж идет. Трубы. Так, нам надо создать 5 фигурок. 5 фигурок. И еще 5 фигурок. Так, теперь нужно разместить сюда. Сыщика вот такого вот разместим. Ну, давайте, чтобы парно было, так сказать. Это будет звездочка такая интересная. По центру будет человечек. Сохранить. Так, забираем награды. Да. Теперь мы идем сюда. Здесь добиваем все, что у нас есть. Получаем еще награды. И мы получим... Кстати говоря, на которой у нас нет оружия. Ну, где-нибудь сделаем. А ей нужен одноручный меч, опять-таки. Ну, сделать нужно. Да, у меня 3-звездочное еще оружие, кстати говоря. То есть у нас как бы... Если был бы какой-то оружейный баннер, можно было круток 40, в принципе, влить туда. Я надеюсь, я... Куда? Да нафиг, идите, пожалуйста. Вмещаем. Фига. Зачем? 3. Зачем? Одинаковые. Так, лягушоночек такой. Это имеет смысл какой-то или просто? Просто может заполнен, да и не париться. То есть чисто как декорация. Ну куда ж ты, Васька, нажимаешь, а? Ну Васька! Так, ну и остальное открывать через день. Давайте смотреть, что у нас здесь. Подарки.
Будем собирать, значит, получается, получаем мы точно Кирару. Нет. В смысле? А почему нет? Как так? Ты же получил сегодня. Я что-то не прошел? Да, задание с Кирарой. Создайте хренову тучу фигурок. 36. Мило. Да подари людям. Подарим. Подожди, я не понимаю, почему. А, я получил у себя на аккаунте. Честно сказать, я в ступоре немножко. Просто делаем дальше и собираем фигурки. На фигурки, эти монеточки. У нас все по нулям. Так, подожди. Что-то я не понимаю. Что-то я не понимаю. Я просто не понимаю и не могу понять, как я мог получить на основе себе Кирару, если я сделал все то же самое ровно. Или из этих 5 монет, что ли. Или разный получить надо? Или какая разница вообще? Чуть я не понимаю. Там еще оставались сундуки внизу. Да сундуки не дают ничего такого. А что они дают? Смотри, вон задание какое-то. Попрыгать. Допустим. Ну, будем считать, что я ничего не брал. Так, подожди-ка. Ага. Сундук. Где? Тут где-то был. Где? Не вижу. Повернись. Где он материализовался, не понимаю. Это? Ого, какой огромный. Ха. Так, я понял, что нужно сделать. Новое зелье купил. Надо, ага. Надо его остановить. Что-то я прям, в ступоре, если честно, сейчас. В жестком. В смысле? Допустим. В смысле? Прямом, он не нажался несколько раз. Куда назад так далеко? Еще. А-а-а, как же мне бесит оно. Та-т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 а. Видно, пока он не встанет, нельзя бить. Ага. Все, этого должно хватить. Все, да, это сундук. Ай! И сразу резко пропало действие зелья. Что за клей такой странный? Я бы такой побоялся бы использовать. Посмотри, прикол. Покажи эхо Делюка потом. Угу. Такого у меня на основе. Ну да. Так, подожди-ка. То есть из-за этой штуки я не получу монет? Так это всего лишь 5 монет. Это всего лишь одна фигурка. Это фигня. Очень странная фигня, если честно. Может, я все-таки где-то не дожал. Так, а где? В какую сторону идти-то? Ага. Внизу что-то есть. Ладно. Выбери. Свежий пузырин, спасибо. Это а мы игрушечные шапки 8, не ходили. 8, 12, 16 и 20, да? Сколько я создал, получается? Вот это драконы.
Чё-то я не понимаю. Подождите, как такое может быть? Стоп. Я вот сейчас пытаюсь... Я не понимаю, почему я не могу получить Герару сейчас. Тут ничего не дают. Тут не дают. Видишь, ты еще 30 не набрал. Честно сказать, я не понимаю, почему это я получил на основе. То есть на основе мне уже Кирара получено, и получено, и скин получено. Сейчас мне это я просто не понимаю, хочу понять, в чем проблема. Награды разные дают, что ли? Не должно быть такое. Я прям в супер... Так, это наверху вообще. Я прям в супер ступоре вообще, в мега ступоре абсолютно. Перепропустил, что-то проиграл, что-то я не пойму. Почему у меня обдел... Что за обманка? Что за обманка? Ну как-нибудь залезть туда, ну что ж такое? Наверх. Что скажешь по этому поводу? Я скажу, что ты суетишься зазря. Я просто хочу понять, а в чем прикол? Ну ты и на основе не прошел то с Кирарой задание. Но оно не дает никаких наград таких. Да? Абсолютно. Почему? Ну потому что оно дает только вот эти вот мини-ивенты. На 5 штук ничего не решает. Очень странная фигня. Я прям чувствую, что меня жестко обманули. Давайте собирать все, что есть. Сундук какой-то. Да, он наверху. Они все спамнятся так. О, привет. Действительно, привет. Сколько там до скина нужно набрать? Буквально 9. 100 штук. А. Еще достаточно прилично. Мия. Увы и ах, мы заняты. Так, сундук вижу, во-первых. Ага. Патрит, хорошо. Это прятки. Прятки, игрушечные человечки спрятались. Один тут. Второй тут. Третий здесь. Что ж так? Да вот здесь все есть. А это не сундук. Опять наверху все. Как они любят эти верхи. О нет, опять эта тупая дерьмина. Что ты там машешь мне? Я тебе зябки-то поотрываю. Какого кони не сумеда? Я умираю. Смотри, упал, между прочим. Угу. Но он же не двигается. Все хорошо. Чего это он совсем упал?
Эх. Парниш, ты как? Завод закончился, давай ему поможем. Нельзя, да? Ну ладно. Я заранее остановлюсь, а то опять все просрать. Ну тут хотя бы не так далеко. А там вообще было близко. А вот и ты. Отдайте ему сундуки. Чё-то я вообще, честно сказать, у меня до сих пор пока непонятки по поводу всей этой ситуации. Может, тогда получу скинкера и даю сразу эту штуку? Да нет же, там за каждое задание. Ну, вот и я что-то думаю. Пока мог получить на основе. А где? Где сундук? А, вон он. Птицы разлетелись в ужасе, говорит. Еще бы такая рожа. А, я понял. Хе-хе. Ляпота. Давай теперь потеряемся сюда. Будем отсюда смотреть все сундуки. Там, кстати, еще телепорт один есть. Надо его как-то отметить себе. Ну давайте хотя бы скин получим Кирара и закончим сегодня. Так, вот теперь дойдет дело до этой штучки. Выносливость. Что такое? Там было это... Птичка. Но она пока что прям передо мной. Вон она. Прикольная штучка, мне нравится. Такой звук еще приятный. Так, соточка уже есть. Чуть-чуть осталось. Получим скинец. Ептец. Так. Где-то здесь находится кое-что. Помогите, не могу подняться, ты тебе помогать не буду. Я не соперник. Вижу. Ого! Ты что, не ходил сюда? Нет, ходил, что забрал, просто забавно. Чё, пёс убедил? Честно, куда нам повышать уровень мира еще дальше? Вперед. Это ж капец вообще. То есть у нас 4.5.0 будет повышен уровень мира максимальный, будет 9. У нас сейчас максимальный? Да, 8. Хватает новые артефакты воять. Скорее без персонажа не обойдется. Посмотрим. Ну да, хотя бы, знаешь, одну леву кто-нибудь заполучить. Уже стандартную просто. Успокойся! Такой неукротимый, тяжелый, душный. Я офигеваю, как он из разморозки запоминает свои движения, падла. Как же ты не дамажишься, кошмар. Ну тут, конечно, в бездну ведет наш отряд Фемине, пока что не готов. Ну, под него какой-то Мика нужен, наверное. Что дает Мика? Он до физы хорошо идет. Сила, как говорится, сила есть. Могу. Ума не надо. Открывайте мне сундук, ребята, и побыстрее.
Так, внизу все абсолютно есть. Так, повнимательнее, чтобы ничего не пропустить. Это то, что мне надо. Парные испытания. Три чувачка. У каждого участника свой стиль и разные испытания. Угу. Закрой глаза и беги вперед. Давай начнем с тебя. Да, да, да. Идем, идем. Давай, шуруй. Давай, 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 вот сюда, я даже так вот сделаю. Как это должно ему помочь? Поддержка. Да уж. Видишь, помогло. Он бы и так дошел. Это не факт. Поехали дальше. Тебе есть что-нибудь пожевать? Нет. А мне кажется, еда тебе в принципе не нужна, ты же... Деревянный. Или какой там? Ну, типа того. Так есть хочется. Мут по жизни я. Так есть хочется. У меня много сил. Силы на исходе. Какой-то быстро уставающий чувак, да? Угу. Прошел 5 метров и уже... Давай мясо ешь. Жри. Верю. О, сил на исходе. Какой кошмар. Второй сундук. И поехали к третьему. Пынь-пынь-пынь-пынь-пынь. Так. А вот что с тобой делать, я не помню. А, теперь помню. Давай, иди. Куда пойдем? Направо. Прямо. Ну, это для дебилов. А мои сундуки вот так вот. Забираю все. Смело, абсолютно, откровенно и нагло. Так, сколько там нам осталось набрать? Еще 20 штучек. Это опять прятки, да? Как тебе прятки вообще нравятся, прятки? Мне тоже не нравятся. Один здесь. Так спрятался без палева. Это вообще, говорится, выкори глаза. Ну, зато их быстро искать. Это, конечно, да. Это реально плюс. А что за бумажки какие-то рядом с сундуком? Так, здесь еще что-то есть. Наверх. Это максимум, да. Что здесь? Куда показывают, наверх или вниз? Непонятно.
наверх показывают. Так. О, испытание. Все, это нам его и показывают. Испытание тоже показывают. Вот хорошо было бы, если добавили в гидрокулы вот эти камни. Ну да, 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 вот эти вот все. Господи, гидрокулы. Компасы. Показ всех испытаний. Потому что некоторые испытания попадают до сих пор в Геншине. В некоторых локациях. Ага. Разве не в этом вся прелесть исследования? Классно! Ну как тебе сказать, когда ты не можешь найти что-то очень долго, это довольно бесячая штука. Прям раздражающая до ужаса. Я прошел только Стигнари. Бей. Сейчас. Сейчас. Красота. Вот такое я люблю. Это, конечно, красота. Будет серия чуть подольше, что до сегодня. Получается, посадочку заберем. Так. Чуть-чуть ниже. Ну, это драгоценный сундук, и даже меня не колышет это. С каждого сундука по одному отрывку радости дают, даже так. Думаю, по-разному там дают. Ну, конечно, такое. Телепорт, пойдемте. Ты не откроешь с той стороны? Ну, дверь. Вот открой, пусть надо пойти сюда. Телепорт идти надо. А, вон там аж. Это в следующую локацию, в принципе, не имеет смысла сейчас брать. Ну, значит, открою, когда будет финальная часть ивента или предфинальная, так сказать. Видимо, на той летающей фиговине. Возможно. А вот и она, кстати. Body and mind. Сундук, давай, ёпта. Там впереди сундук. Ты. Привет. Помню это. О, привет. Помнишь, да? Нет, не помню. Откуда? Это мем. Нет. Так, это опять говорящая штука. Так, рисунки закономерность. Значит, лама, крокозябра, лягушка, лама. Лягушка. Это не лама, все-таки альпака. Альпака, ну ладно, лягушка. Альпака. Нет, там лягушка. Была белка летяга. Да? Да. Ну ладно. Treasure hunting. Да, 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 спасибо. Там что-то исследовать можно. Так это то, что он сказал сейчас нам. Ничего нового не сказал бы.
Вот это самая дверь. Сука, бляха-муха. Надо идти к сундуку. Ага, все. Он не успевает дойти. Я не понимаю. А. Теперь эта штука не упадет вот так вот. Чудеса. Какой крепкий. Да ты сто, правда? Меня прикалывает, что они постоянно увеличиваются. Зачем? Почему просто с нифига. Почему бы и нет? По-моему, это небезопасно для тела. Так резко менять свою конфигурацию. Здесь прям овер до хера всего. Так. Сразу. Ага. Небольшой немножко, мне кажется. Поздравляю, нашел сокровище. Вау. Чуть-чуть осталось, чуть-чуть. Честно сказать, вот это я вообще не понимаю, как это можно назвать. Максимально тупо. Максимально легко. Максимально легко и максимально тупо. Пожалуй, в этой локации, вот новая, которую симулятор добавил, тут по сути нет ничего сложного. Так вот есть места, где вот на терпение вот. Вот эти вот прятки, разворотки, разворотки. Это прям висячая штука. Тупо дали чуваку пузырин, и он нам дал сундук. Я так понимаю, ценность рабочего труда. Ёпта. Давай поищем что-нибудь здесь. Давай. У тебя там вот задание какое-то висит. Ну, задание мы выполним попозже. Мы уже не успеем. Там по времени довольно... прилично. Наверху? О! Эти штучки забирать выгоднее. Испытание! Пускай. Как тебе музычка? Качает. Ты чё, дурочка? Ты чё, упала-то? Сундук, сундук, прячься скорей. С ума посходили, что ли? Мне сундук нужен так-то. Ты-ды-ды.
Всех порежу нахер. Позорные грибы, всех на... Бифштекс. Вот как называется котлета с яйцом наверху. Даже не знал. Бифштекс. Капец. Ну, бывает. Неожиданные бросы. Напрягаю, что мы не можем убить его. Не хватает ежи. Чуть-чуть, давай. Да слабый отряд. Он слабый. Ешек нет, знаешь, не хватает ешек. И урона не хватает. Может, нужно как-то улучшить оружие? Там улучшено почти уже везде у всех. Да нажми снова. Ну, в смысле, полностью оружие. Нам, в принципе, оружие нужно новое. Вот оружия не хватает. Ну, булочка, что имеем, то имеем, на этом нужно писать. Я понимаю, я тебе просто констатирую факт. Ты мне здесь не перебиваешь. Видишь, мне ешек не хватает вообще. Меня просто бьет и бьет. Я ему даже... А это всего лишь 85 уровень. Видишь, ну не, нечем бить его. И нет ничего. Но уже лучше. Почти убил. Убил. Погодный сундук. Так, здесь, видимо, все собрал. Там внизу было что-то. Ага, сколько там еще осталось? Чуть-чуть. Ай-яй-яй-яй-яй. 4 сундука или это сам 58. Почти час записываю, но... Это будет скорее исключение из правил, дорогие друзья. Просто хотим Кирару забрать. Или хотя бы скин на нее. И разобраться, почему я Кирару забрал. Как это получилось у меня сделать. Ну вот две лягушки, поговори с ними. Отлично. А, перегонки. В смысле? Ты проиграла. Смирись. Мне кажется, этот хиличурл там не просто так стоит. Не. Просто так. Танцует. Смотри, он наблюдает. За своим младшим. С обратным по разуму. О, ласточку заберем. По-моему, это журавль. Почему ласточка? Где это написано? Ну что, наверху, что ли? Хотя, ну ладно, у журавля еще шея есть. У нее нет. Она наверху. Ну, телепорт же есть. Музыка. Так, мы в ту сторону шли. Она еще выше, прикол. Дес. Как бы выносливость сливать свою. Так она вор? Ну вот это и непонятно.
честно сказать, не знаю. Плейлист, ссылки в описании, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока. Пока.